Відсутність покарання для Пригожина та його прибічників за їхній так званий марш на Москву закінчиться в Росії новим заколотом. Таку думку висловив терорист Ігор Гіркін-Стрілков. А ще його дуже хвилює те, що Пригожину дали так зване зелене світло на переміщення державним кордоном. Давайте почуємо пряму мову. Но я не знаю случаев, когда уже с высланной за границу руководитель мятежа совершенно спокойно прилетает обратно и делает здесь свои дела, и никто на него не обращает внимания. Вы там совсем охуели на Старой площади, друзья? Я понимаю, конечно, что у вас в мозгов никогда особо не было, да и те пронюхали белым порошочком. Но вы фактически провоцируете следующие мятежи. Вы что, думаете, на этом кончится? Вся армия вас ненавидит. Вся армия ненавидит Шойгу. Вся армия ненавидит Герасимова. Вы что, думаете, господин Золотов, удравший из Москвы, остановит армию, если она пойдет на Москву?